Мы видим их каждый день на улицах нашего города. В любое время года и при любой погоде они бродят в ожидании чуда. Собаки, кошки – все они оказались на улице без самого главного – человеческой заботы и приюта. Но, к счастью, есть и неравнодушные люди, которым не безразлична судьба брошенных братьев наших меньших. Это Василий. Спокойный, мудрый, ласковый, настоящий кот. Родился ли он на улице или его выкинула туда жизнь, мы не знаем. Василий настолько умен и самостоятелен, что, наверное, смог бы позаботиться о себе и дальше. Но впереди зима. Холода уже, обещают холодную зиму нам. И его как-то жалко. Вот, уже вырос, может, кому-то поможет в борьбе с мышами. Полгода назад Василий вел бродячий образ жизни, как и многие бездомные животные. В один прекрасный день он обрел временный дом, где теперь о нем заботятся и кормят. Равнодушных среди работников рынка по отношению к коту нет. Василий стал частью их большого и дружного коллектива. Хороший. К зиме готовишься, да? Сейчас Василий живет в тепле и сытости, но он очень одинок. К нему приходят только, чтобы покормить, прибрать, а ведь он любит людей, дорожит каждой минутой общения и очень хочет быть чьим-то домашним любимцем. Если вы хотите взять в добрые руки кота Василия, стать ему другом, заботиться и дарить тепло, обращайтесь в административное здание рынка «Привоз» с 8 и до 15 часов. Надежда Калинина, Георгий Калинин, Александра Тимовская, программа «События».